Белоснежка. В фильме снимались Миранда Ричардсон, Том Ирвин, Вера Фармига, Клэнси Браун, Винсент Скиевелли, Хосе Зунига, Майкл Андерсон, Уорвик Дэвис, Тайрон Лейтсо. Впервые на экране Кристин Кройк в роли Белоснежки. Композитор Майкл Конвертино. Представьте себе девочку с губами красными, как кровь, и черными волосами, и кожей светлой, как яблоневый цвет, как снег. Оператор Джон Джоффин. Продюсеры Кэролайн Томпсон, Мэтью О'Коннор. Мы назовем ее Белоснежкой. Белоснежка. Она само совершенство, правда, Джо? Красавица. Джо? Джозефина. Автор сценария Кэролайн Томпсон, Джули Хиксон. По мотивам сказки братьев Гримм. Джо? Джо? Что же мне делать? Пожалуйста, не покидай меня. Джо. Прошу тебя. Режиссер Кэролайн Томпсон. Джозефина, любимая жена и мать. Мне надо идти, Джо. Без молока она умрет от голода. Нам пора идти. Нам пора. Деревня. Она должна быть где-то здесь. Но где? Я подвел тебя, Джо. Подвел.
Ты освободил меня. Что? Я у тебя в долгу. Кто ты? Как мне отблагодарить тебя за мою свободу? Что тебе нужно? Только скажи. Молоко. Моей крошке нужно молоко. Молоко. Кто бы ты ни был, откуда бы ты ни появился. Кстати, откуда ты появился? Я даже не знаю, не снишься ли ты мне. Но молоко вроде бы настоящее. Помедленнее, Белоснежка, пей медленно. Медленно. Ты спас жизнь моей девочки. Смотри, ты спас ей жизнь. Что еще тебе нужно? Мне нужно, чтобы вернулась моя жена. Моя королева. Я не умею воскрешать мертвых. Но я могу дать тебе королеву. Но тогда тебе, разумеется, понадобится и королевство. Разумеется. Королевство никому не помешает. Значит, уже три. Три? Что значит три? Извините, я не король. Это не мое королевство. Позвольте возразить, Ваше Величество. Мы знаем, что королевство у нас не такое уж большое, не такое уж могущественное, не такое уж богатое. Но одно можно сказать с уверенностью, государь. Оно ваше. Но я его совсем не помню. Возможно, вы упали, Ваше Величество. Быть может, вы ударили с головой и забыли, что вы король. Я не помню никакого выпадения. Это же вполне естественно. Вы не должны помнить, как упали, Ваше Величество. Что это? Не знаю. Может быть, праздник? Люди, нас это не касается. Нет, у нас есть дело. Мы должны найти гномов. Я устал выполнять их обязанности. Какие обязанности? Я не видел, чтобы ты хоть что-нибудь делал. Правда? Правда? Ладно, перестаньте. Я уже не помню, когда мы видели их последний раз. Мы уже несколько недель не получаем почту. И молоко. Мне не хватает молока. Надеюсь, с ними ничего не случилось. Надеюсь, мы их найдем. Если устроить хороший торнадо, мы... Нет. Если надуть хороший ураган, нет. А если нет? А если попробовать? Нет. Давайте просто поищем их. Не буду я никого искать. Какой у нас план? Понедельник – иди на петушиный гребень. Вторник – прочеши долину. Среда и четверг – отправляйтесь на запад. Пятница – поищи под бревнами и в дуплах. Суббота – посмотри на холмах. А я пойду туда. В город. Кто-то же должен туда пойти. Уж лучше я. Удачи, ребята. Принцесса Белоснежка. Смотри, оглянись вокруг. Кто может желать большего? И мы вместе. Теперь ничто не сможет причинить нам вред. Желание есть желание. Я должен его выполнить. Ты хотел получить королеву, и ты ее получишь. Вся в трудах. Что ты здесь делаешь? Меня освободили, сестра. Я вернулся.
Нет, только не это. Ты заключил сделку с темными силами. Оставь меня в покое. Мне загадали 3 желания, я должен их исполнить. Это мило. Я тоже загадаю желание. Стать королевой? Хочешь стать королевой? Я? Мерфи, очнись. Надо забрать тебя отсюда. Какая щедрость. Новый друг? Я не хотел ничего плохого. Я просто хотел взять немного. Одолжить немного. Я заблудился. И увидел ваш чудесный садик. Я немного проголодался. И не смог устоять. Я такой маленький, что пролез через дыру в калитке. Но я хотел взять совсем немного. Совсем немного. Честное слово. Тебя учили не бросаться честным словом? Новый друг. Друзей никогда не бывает слишком много. По-моему, рука, лежащая на сердце, особенно удачный штрих. Элспет. Посмотри на себя. Нет. Я этого не вынесу. Убери его, чудовище. Поверь мне. Поверить тебе? Ты с ума сошел? Зачем ты меня мучаешь? Я тебя не мучаю. Ненавижу тебя. Я знаю. Иди сюда. Иди. Подойди. Ты всегда был жестоким. Это какое-то ужасное наваждение. Это не наваждение. Но мне придется за это платить, не так ли, братец? Что ты задумал? Ничего. Я же сказал, я должен исполнить 3 желания. Считай это моим подарком. Это я? Это ты. Посмотри. Смотрю. Если это правда, если это действительно так... Как мне отблагодарить тебя? Никак. Просто будь счастлива. Только посмотри на меня. Какая прелестная крошка. Такая очаровательная. Какие глазки. Можно взять ее на руки? Нет, извините. А мне можно? Господа, закончим наше дело позже. Хорошо, Белоснежка. Мы одни. Чувствую запах роз. Правда красиво? Ты не помнишь? Наш дом был весь увит розами. Твоя мама их очень любила. Mira.
Зеркало, зеркало, на стене. Кто всех прекраснее в нашей стране? Разбей его. Что? Ты слышала? Разбей его. Нет. Ты должна его разбить, другого выхода нет. Он никогда не отдаст свое сердце другой женщине. Разбей его. Я не могу. Разбей. Не могу. Разбей. Разбей. Не заставляй меня. Разбей. Его не видно? Нет. Ничего фиолетового на горизонте. Нельзя было его отпускать. Совсем одного. Все кончено. Финито. Это конец. Очень странно. Что? Погода. Погода? Какая погода? Не наша погода. Я же говорил. Занавес. Возьми его. Этот осколок зеркала я оставляю тебе. Выпей. С возвращением. Что случилось? Послушай. Она плачет. Я должен пойти к ней. Прямо сейчас? Прошло 16 лет. Ты не понимаешь, нельзя быть неучтивыми. К нам приезжает принц. И поэтому надо все перевернуть вверх дном? Нет, конечно нет. Белоснежка! Белоснежка! Принцесса Белоснежка! Белоснежка, хватит! Госпожа, это просто глупо. Машешь руками, корчишь рожи, как мартышка. Можно я пойду пешком? Нет. Девочки мои, вы же знаете, как я люблю вас обеих. Гектор, поворачивай к дворцу. Поворачивай. Неужели нельзя побыстрее? Где принц?
Его проводили в его покой, Ваше Величество. Отец, что с тобой? Со мной все хорошо, все прекрасно. Лучше не бывает. Давай сходим вместе в наш сад. Я его уже видел. Очень давно. Сейчас там цветут розы и яблони. Я же сказал нет. Не сейчас. Ваше Величество. Альфред, сын Бернара, короля Урсули и защитника клана Медведя. К вашим услугам, Ваше Величество. Очаровательно. Добро пожаловать в наше королевство. Иногда мне кажется, что ты мой единственный друг. Праздник? В честь какого еще принца? Ты хочешь, чтобы его отец узнал, что мы оскорбили его единственного сына? Какие развлечения устраивают в вашем королевстве? Принц Альфред. Ваше Величество. Как нам развлечь вас на вашем празднике? Праздники? Праздники в вашу честь. Ваше Величество, мне совсем не хочется затруднять вас. Вот-вот. Глупости. Крикет? Кегли? Да. Да? Вы тоже любите эти игры? Не знаю. Я никогда в них не играла. Не обращайте внимания. Она совершенно не умеет веселиться. Нет, спасибо. Как и ее отец. Он такой старый. Гораздо старше меня. Зеркало, зеркало на стене. Кто всех прекрасней в нашей стране? Ты всех прекрасней в нашей стране. Просто ты мне льстишь. Зеркало, зеркало на стене. Кто всех прекрасней в нашей стране? Ты всех прекрасней в нашей стране. Зеркало, зеркало на стене. Кто всех прекрасней в нашей стране? Ты всех прекрасней в нашей стране. Зеркало, зеркало на стене. Кто всех прекрасней в нашей стране? Ты всех прекрасней в нашей стране. В чем дело? Уже поздно. Да. Я устала. Странно, ты выглядишь точно так же, как день нашего знакомства. Ты прекрасна. Что ты делаешь?
Я соскучился. Прошло уже столько времени. Я был слишком занят, я знаю. Тебе было одиноко, правда? Ведь в этом все дело. Подожди. Отпусти. Ты совсем с ума сошел? Смотри. Что было у меня в глазу? Я ничего не вижу. Вот же оно, вот здесь. Ничего. Просто соринка. Это не соринка, это что-то другое. Это осколок... Осколок зеркала. Не смотри на меня так. Что-то изменилось. Ты выглядишь по-другому. Глаз больше не чешется. Странно, правда? Что это? Нет. Обними меня. Обними меня, любимый. Скажи, что я занимаю почетное место в твоем сердце, и что так будет всегда. Но это неправда. Почетное место предназначено для гостей. А ты царишь в моем сердце. Я принесу тебе его на золотом блюде. Стоит тебе попросить. Я не буду возвращать осколок в твой глаз, господин. Меня больше не волнует, что ты можешь увидеть меня такой, какая я есть на самом деле. Не знаю, когда я изменилась, но теперь это не имеет значения. Тебе не отнять. У меня корону. Мне не нужно твое сердце на золотом блюде. Я просто хочу уйти из него. Ты всех прекрасней в нашей стране. Какой прекрасный запах. Такой прекрасный, что даже больно. Когда я последний раз видел розу, даже не помню. Как будто я потерял себя, как будто я многие годы не был сам собой. Отец? Белоснежка. Какие прекрасные розы. Такие же красивые, как розы твоей мамы. Милая. Я был к тебе несправедлив. Я не был рядом с тобой, когда ты нуждалась во мне. Я не был хорошим отцом, как обещал твоей маме. Я не знала, что ты ей что-то обещал. Конечно, обещал. Я ей обещал луну с неба. И тебе тоже. Как бы мне хотелось, чтобы мы с тобой могли вернуться. Как? Не знаю. А мы что-нибудь придумали бы. Мы могли бы... Белоснежка? Что могли бы? Что бы мы сделали? Белоснежка. Милая, у меня как будто были закрыты глаза, а теперь они открылись. И раз, я смотрю на тебя. Наверное, я был слеп, что не видел.
Мне не давали видеть, что ты выросла. Я не хочу этого. Не надо так говорить. Я не выросла. Я подарю тебе розу. Иди. Убирайте со столов. Давайте играть. Принцесса. Хотите, я научу вас? Да, пожалуйста. Мишени установлены в конце дорожки, вы должны бросить в них шар. Вот так. Нет, нет, принцесса. Скорее, вот так. Даже здесь прохладно. Как хорошо, что вы надели плащ. Я бы выпила стакан пунша, чтобы согреться. Извините, я не хотел. Неуклюжий мальчишка. Зеркало, зеркало, оно на стене. Кто всех прекрасней в нашей стране? Не ты, не ты, не ты. Я. Я, девчонка, я. Должно быть. Я всех прекрасней в нашей стране. Что, это шутка? Я всех прекрасней в нашей стране. Я. Прошло столько лет. Я всех прекрасней в нашей стране. Очень смешно. Я всех прекрасней в нашей стране. Принцесса.
замерзли? Нет, спасибо. Мне тепло. Пожалуйста, наденьте. Принцесса, вы так прекрасны. Неправда. Королева красива, а я... А вы восхитительно красивы. Что значит красиво? Я ненавижу это слово. Красиво. Разве внешность имеет отношение к тому, что человек добрый, внимательный, чуткий? Нет. Нежный и благородный? Нет. Любящий, щедрый, справедливый, мудрый? Постойте, не надо. Зачем? Я вас не знаю. Нет, знаете. Тебе нужно просто заглянуть в свое сердце. И я тоже тебя знаю. Мне достаточно заглянуть в свое сердце. Я всех прекрасней в нашей стране. Я всех прекрасней в нашей стране. Нет, нет. Ваше Величество, моя обожаемая королева, смысл моей жизни. Позвольте мне стать вашим слугой и защитником. Моя жизнь принадлежит вам. Делайте с ней что хотите. Вы можете приказать мне все, что угодно. Все? Все. Принцесса. Гектор, это ты? Меня прислали ваши родители, принцесса. Они хотят поговорить с вами. Сейчас? Да, принцесса. Они хотят поговорить с вами наедине. Я здесь. Я буду ждать. Куда мы идем? Проверить капканы. Ты же сказал, что со мной хотели поговорить родители. Королеве захотелось тушеного кролика на завтрак. Ты же прекрасно знаешь, что если в капкан попадет кролик, я отпущу его. Знаю. Я сама дойду до дворца. Нет, вам нельзя. Королева лично приказала мне проводить вас. Я не боюсь темноты, Гектор. Знаю. А надо бы. Нет. Какой страшный медведь. А я такая одинокая и беспомощная. Где Белоснежка? Здесь ее нет. Она пошла во дворец поговорить с вами. А я пришла в сад поговорить с тобой. Так что мы в расчете. Белоснежка. Зачем она тебе? А зачем вам я? Угадай. Глупый мальчишка. Вернись, ты сам не понимаешь, что тебе нужно. Ну хорошо, ты сам этого хотел. Беги, глупец. Беги, что есть с мочи. Беги и спасайся. Белоснежка. Доброй ночи, милый принц. Медведь из медвежьего клана. Ради нее готов на все. Любовь — это страшная сила. За что? Королева приказала мне, но я не могу. Не могу. Ей нужно ваше сердце, она его получит. Бегите, прекрасная принцесса. Вы должны бежать. Белоснежка, бегите. Нет!
Любимая. Прекрасная работа, Гектор. Ты великолепно выполнил мое поручение. Доброе утро. Так, посмотрим. Где у нас тут котел? Разумеется. Вот же он. Принц Альфред. Где все? Гектор, Ваше Величество, если бы они уехали, они бы взяли его коня, правда? Прошу прощения, Ваше Величество. Белоснежка, принц, ты их не видел? Господи, да что с тобой такое? Ты как будто призрак увидел. Нет, Ваше Величество. К счастью, нет. Нет. И здесь их тоже нет. Соберите всех стражников. Сначала позавтракай, муженек. Тебе понадобятся силы. Силы? Какое тебе до этого дело? Не могу. Наши голубки не могли улететь далеко в такую рань. Они наверняка порхают где-то поблизости. У тебя хватит времени. Я найду ее. Только не вини меня, если упадешь в голодный обморок. Откуда ты Помогите. Стой, ворюга. Это моя лошадь. Элспет, я здесь. Что ты говоришь? Муженек. Что с тобой? Ты с ума сошла? Ты шутишь? Как ты можешь быть такой бессердечной? Ты думаешь, я буду стоять здесь весь день? Выслушивая твои оскорбления, вместо того, чтобы проводить время с друзьями и поклонниками.
зеркало на стене. Кто всех прекрасней в нашей стране? Я всех прекрасней в нашей стране. Я всех прекрасней в нашей стране. Лжешь. Ты умерла. От тебя остался только скелет в лесу. Пища для волков. Я сама съела твое сердце. Я всех прекрасней в нашей стране. Замолчи. Ты умерла. Я всех прекрасней в нашей стране. Я всех прекрасней в нашей стране. Слышишь? Умерла. Я всех прекрасней в нашей стране. Я всех прекрасней в нашей стране. Что это такое? Качайте, качайте. Хороший получается буря. Отлично, ты вернулся. Давай чайник. Не могу. Что значит «не могу»? Удачная шутка. Очень смешно. Давай чайник. Тролль украл нашу лошадь. Я не смог вернуться в дом за чайником. Но без чайника не получится бури. Здесь уже 100 лет не видели троллей. Дом придет в запустение. Чайник весь день стоит на плите. Украли лошадь. Теперь нам придется идти домой пешком. Лакса, просто не верит. Слушаем своим не верю. Все становится только хуже и хуже. Я проголодался. Когда обед? Мы уже обедали. Найди ее. Найди ее. Покажи. Он был жутко уродлив, с черной бородой и бородавчатым лицом. И вонял он страшно, как заплесневелый сыр. Тролль, как же? Ты, наверное, против ветра стоял. Нет, не уйдешь.
Какой красивый. Он жмет. Я не могу дышать. Я всегда говорила, хочешь добиться результата, делай все сама. Давайте посмотрим правде в лицо. Все изменилось, когда исчез воскресенье. Я его почти не помню. Кого? Мне его не хватает. Кто она? Что это? Привет, ребята. Кто это? Не бойся, это я. Ну, каким образом? Воскресенье. Воскресенье. Помогите мне. Воскресенье. Это ты. Это действительно ты. Хотя бы частично. Кто она? Принцесса. Она мой друг. И друг гномов. Ты знаешь, где они? Кто? Что с ней случилось? Помогите мне занести ее в дом. Она принесет нам беду. Вот увидите, ребята. Это конец. Финиш. Финита. Я вам гарантирую, кое-что никогда не меняется. Ты не мог бы принести воды? Если подумать, не мог бы. Нет, пожалуйста, не трогайте меня. Не бойся. Здесь тебя никто не обидит, принцесса. Честное слово, принцесса. Мы безобидны, как дни недели. Мы и есть дни недели. Кто родился в понедельник, будет беленьким, как мельник. Кто во вторник, справедливым. Я вторник, а это среда. А кто в среду, несчастливым. Ничего подобного. Кто в четверг, бродягой вечным. И я четверг. Я пятница. В пятницу, добросердечным. Кто в субботу, где лугош. Воскресенье всем хорош, добр, умен, лицом прекрасен, как воскресный день он ясен. Воскресенье к твоим услугам, Белоснежка. Я уже много лет знаю, как тебя зовут. Я хотел сказать тебе, как зовут меня, но не мог. Я родилась в воскресенье. Знаю. Можно, ребята? Можно? Теперь, когда мы все наконец-то снова вместе. Стройтесь. Сделаем радугу. Зеркальце, зеркальце, правду скажи. Кто всех прекраснее? Я. Я всех прекраснее. Не волнуйся. Мы обо всем позаботимся.
Вы ничего не можете сделать. Она охотится за мной. Однажды ты сказала, что я твой единственный друг. Друзья должны помогать друг другу. Не отказывайся от помощи. Я не отказываюсь. Неправда. Ничего не могу с собой поделать. Я видел твою жизнь. Видел твои слезы. Люди относятся к тебе так же, как к нам. Они видят только внешнее. Для них мы всего лишь карлики. Они не хотят смотреть глубже. Почему они так поступают? Возможно, от страха. А, по-моему, от зависти. Поэтому хотя бы мы должны видеть друг друга без прикрас. А вы правда можете отправить радугу куда захотите? Да. И перейти по ней на другую сторону, даже если это очень далеко? Да. Если бы на мне был какой-нибудь цвет, например, желтый. Желтый? Это же мой цвет. Сначала ты украла мою лошадь, а теперь хочешь отобрать мой цвет? Я не отнимала у тебя лошадь. Если бы на мне был один из цветов, я бы смогла стать частью радуги. Зачем? Мой отец все еще во дворце. И принц тоже, и гномы. Я должна защитить их от королевы. Невероятно. Это точно. Блестящий план. Такой отважный и такой глупый. И мы тоже дураки, что позволили тебе остаться здесь. Королева знает, где мы живем. Она была здесь и пыталась убить ее, помните? Представьте себе, что она сделает, когда узнает, что потерпела неудачу. Представьте себе, что она с нами сделает, когда узнает, что мы ей помогаем. Заткнись, Рида. Но разве это кого-то волнует? Нет. Все только и делают, что говорят. Как ты, милая? Тебе помочь, милая? Тебе что-нибудь принести, дорогая? Заткнулся бы ты, наконец. Назови хотя бы одну причину. Хоть 5. 10. Перестаньте. Он прав. Я вела себя как последняя эгоистка. Ничего подобного. Я не боюсь. Ничего. Мы отправляемся во дворец. Без меня. Хватай его. Держи его. Я его схватил. Неси веревку. Нет, отпустите его. Что ты делаешь? Тише. Не трогай меня. В чем дело? Я не позволю им заставлять тебя. Ты должен сделать собственный выбор. Отлично. Знаешь, что я выбираю? Вот что я выбираю. А вы, дураки, можете оставаться здесь и погибать. Труба еще видна. Может, лучше закрепить папоротник?
По-моему, этого хватит. Наверное, ты прав. Раз сегодня мы не поднимаем ветер. Еще немного и хватит. Большой лист? Да, побольше, пожалуйста. Я чуть было не оделся, как обычно. Но потом решил, что во дворец надо идти нарядным. Очень красиво. Понедельник. Но тебе не кажется, что он слишком красный? Красный цвет боевой готовности. Мы готовы? Тогда пошли. Не волнуйся. Среда. Надеюсь, ты сегодня в лучшем настроении. Почему? Почему ты все еще здесь? Не смей хорошо ко мне относиться. Береги себя. И вы берегите себя. Не забывайте, что она не знает жалости. Мы тоже. Мы вернемся с твоим отцом и принцем. Никому не открывай. Никому. А теперь иди в дом. Хорошо. Только я должна быть уверена. Все будет хорошо. Обещаешь? Обещаю. Go иди в дом. Thanks. Спасибо. Яблоко. Первородный грех. Красивое яблоко, правда? От него невозможно отказаться. Как и от девчонки. Точно, как от этой девчонки. Белое, как снег. Красное, как кровь. Белое, как снег. Красная, как кровь. Белая, как снег. Красная, как кровь. Точно, как хотела ее матушка. Так ты мне рассказывал. Самое время. А кто может лучше отдать ей яблоко, чем ее матушка собственной персоной? Вот так. Ее матушка. Белоснежная сторона, разумеется, совершенно безвредна. Но достаточно съесть кусочек от красной стороны. Все хорошо рассчитано, согласен? Нет, ты не посмеешь. Нет, Джозефина, нет. Как забавно. Эти маленькие человечки пытаются перехитрить меня.
Где мы? Не знаю. Мы здесь еще не проходили? Не знаю. Так мы никогда никого не найдем. Они... Знаю. Нам лучше разделиться. Нет, ты иди туда. Пит, почтальон Пит. В воскресенье говорил мне, что ты здесь. Что это? Это она? Она? Боже! Мы должны. Воскресенье, ребята! Ха-ха-ха! Помогите! Я ее видел. Кажется, я ее видел. Ребята, где вы? Воскресенье. Пятница, четверг, среда, понедельник, вторник. Какая нелепость. Даже ручки нет. Где все? Надо бежать. Скорее. Сюда. Помогите. Отвечайте. Я иду. Понедельник. Вторник. Среда. Среда. Вы его не видели? Среда. Среда. Привет, дружок. Понедельник. Понедельник. Ты здесь? Выходи, выходи, не прячься. Где понедельник? Остался только колпак. Радуга. У нас не получится, одного не хватает. Вторник. Подержи за него. Не бойся, дитя мое. Маленькие человечки попросили меня присмотреть за тобой. И я обещала им, что посмотрю, как у тебя дела. Мне нельзя никого пускать в дом. Ты меня и не впускала. Я сама вошла. Когда они поняли, что в доме нечего есть, они уже собирались повернуть обратно. Но я сказала глупости, я о ней позабочусь. Я дам ей яблоко из своей корзинки. Я дам ей самое лучшее яблоко. Яблока ей хватит до самого ужина, сказала я.
Вот я и пришла. Я его знаю. Я знаю, кто это. Мне говорили, что ты добрая. Ты даже решила поделиться со мной яблоком. Мне знаком этот запах. Он напоминает мне, да, дорогая, о том, что о родном доме. Мне рассказывали о доме. Отец, о любви? Вот и умница. Попробуй его, дитя мое. И ты больше никогда не ощутишь ни усталости, ни голода. Никогда? Обещаю. Иногда я чувствую себя такой усталой. А иногда такой одинокой. Да. Как вы догадались? Я тебя понимаю. Я люблю тебя. Ты больше не будешь одинокой, дорогая. Съешь кусочек. Не дышишь, дитя мое? Кажется, мне наконец удалось разделаться с тобой. Понедельник. Понедельник. Что же нам делать? У меня его колпак. Пошли. Надо занести его в дом. Нет. 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 Очнись. Очнись. Что же она с тобой сделала? Мы опоздали. Опоздали. Белоснежка. Нет. Прекрасное дитя. Ты ушла от нас в далекую страну. Да упокоится с миром твое прекрасное сердце. Мы старались, принцесса. Спасибо, Белоснежка. Ты ведь знаешь, принцесса, что если бы это было в наших силах. Да, это верно. Ты знаешь. Не бойся. Я буду видеть тебя во сне.
Зеркальце, зеркальце, правду скажи. Кто всех прекраснее мне покажи? Я всех прекраснее. Да, да, конечно, ты. Еще бы. Но ненадолго, бедная покойная женушка. Откройся! Что происходит? Ты здесь, брат! Слава Богу! Ты здесь, брат! Смотри! У меня ничего не получается! Пусть заклинание подействует! Я хочу вернуть свою красоту! Элспет, я дал тебе жизнь, которая кого угодно сделала бы счастливым, но... Но? Смотри, что ты наделала! Она тебе ничем не мешала, пока ты сама это не вообразила! Зависть – это раскаленный уголек из ада. Верни мне меня! Умоляю тебя, пожалуйста! А зачем? Тебе же этого было мало. Неправда. Мне вполне хватало моей красоты. Верни ее мне, и я больше ни о чем не попрошу. Никогда. Только верни мне мою красоту. Я не могу помочь тебе. Верни ее мне! Ребята, понедельник? Ребята, она проснулась. Откуда вы взялись? Стойте, а не то пожалеете. Стойте, уходите. Оставьте меня в покое, а то хуже будет. Я вам покажу. На этот раз вы у меня не просто в камень превратитесь. Я разобью вас на множество осколков. До свидания, воскресенье. Спасибо за все. До свидания, Белоснежка. Прощай, до свидания. До свидания, принцесса. Удачи. Счастья тебе. До свидания, Белоснежка. Все кончено. Это конец. Почти. До свидания, Белоснежка. До свидания. А вот теперь конец. Действительно.
Не люблю я этого. Ничего не поделаешь. Конец. Финита. Ладно. Нас ждет спящая красавица, ребята. На русский язык фильм озвучен по заказу компании «Екатеринбург